Пашпарт, який не свідчить особу, а дає уладальнику бонуси і скидки. Спеціальний документ сьогодні з'явиться у гостей Воложинського району. Зараз спеціалісти працюють над каталогом креативних продуктів, каб туристам було простіше скласти маршрут для подорожжя. І при чому шукають нових ідей. На реалізацію самих цікавих навіть видаткують фінанси. Перші пропонови вже є, наприклад, відкрити тут шкляну майстерню і ладити екскурсії по квіткових тепліцях. Олександр Драгун склала рейтинг креативних місць у Воложинському району. У топці замість дров – скриня для фарбу і пензлів, а стіни і столь заміняють мольберт. Такий адмінний інтер'єр має дом-музей у Івянці, де жив і працював майстер на усі руки Аполлінар Пупко. Ви обратите внимание, какое это все яркое. Комната достаточно у нас светлая, солнечная, и это ничего не поблекло, и оно не восстанавливалось никак и никогда. Что это первоначальный вид. А краски здесь все абсолютно. И гуаши, акварели, масляные. Здається, немає сантиметра, до якого б не докрануся пензель мастака. Стіни, двери, столь розписані. Раней навіть подлога була ніби намаляване полотно. Адмисловий вигляд покоєм народний умелець надав ще на початку минулого стагоддя. Зараз його дочка проводить екскурсії по домам музеї, в яким пройшло її дитинство. Знайомство з ремеслами предків, насичена туристична програма і комфортний відпочинок на природі. Ось той, що приваблює у Воложинський район гостей з усієї Білорусі за межі. Наприклад, у Вянцы пропонуются не только провести выходные с национальным колоритом, але и веселье. Для молодых ладить гульни, обрады у ткацкой майстерни. Акрамя гэтага, у музеі традыцыйнай культуры распрацавалі некалькі турыстычных напрамкаў, якімі летась скарысталіся больш за 17 тысяч гасцей. Тэрні кузніца і разьба па дрэву, якія знаходзяцца ў нас на тэрыторыі сядзібна-паркавага комплексу пачатку 20-го стагоддзя, яны зноў-такі дазваляюць нашым наведвальнікам самім паўдзельнічаць у працэсе стварэння. Больш за 30 аграсядзіб, экамузеі, падарожжы на байдарках, мастацкія галерэі і майстэрні, дзе працуюць народныя умельцы. Воложинский район стал особливо привабным для туристов, тому миновито его потенциал пропануть дошлифовать, объединять огульные идеи и распрацовать особистый сценарий дальнейшего развития. Мы будем объявлять конкурс в рамках инициативы на вот эти какие-то креативные предпринимательские идеи, потому что, несмотря на то, что на районе уже существует достаточно таки много различных мероприятий, например, есть фестивали, такие как Корчма, Вольная по ветра, Завируха. Вот. Планируется, насколько я знаю, в этом году возродить и Цукерковый фест в Ивенце. Вот. Но люди на этом не останавливаются, они хотят творить дальше. Смелые и оригинальные инициативы тут подтримают. На реализацию самых поспяховых выдаткуются свыше 350 миллионов рублей. До речи, есть и первые пропановы, например, открыть шкляную майстерню и ладить экскурсии по кветковых оранжереях. А для гостей подрихтуют пашпорт туриста. Это будет какой-то небольшой документ, где будут расписаны все креативные инициативы, которые находятся в районе. Если человек приезжает в музей или на усадьбу, или к ремесленникам, он получает какую-то отметку о том, что он там был, и в последующих его посещениях других инициатив, возможно, ему будут предоставляться какие-то бонусы, какие-то скидки. Бесценный здобыток района на Лебоцкая пушча. Про самый великий лесный массив Украины проклали первую в Беларуси зеленую трассу для велосипедистов. Растягнулась я на 150 кілометрів. Каб вандроўнікі не збіліся з маршруту, уздовж дарогі ўсталявалі паказальнікі, уладкавалі і месцы для адпачынку. Александр Драгун і Александр Гарбачоў. Агенцтва «Теленавін».